Много времени уделяли поискам ответов атмосферного света. Клод Моне посвятил этому чуть ли не полжизни. В этой подборке работ, посвященных Сибири, я попытался ответить на многие вопросы, которые встают перед художником. Это и багряное небо, и отношение к нему пейзажа, то есть деревьев, как они сочетаются. Это и ясный день, в каком цвете и тоне это все находится. Это и голубые дали, и холодный день, и солнце через тучи. Солнце, которое светит на деревья, и солнце, которое прячется за деревьями. Каждый этот эпизод в корне меняет атмосферный свет, который доносится до зрителя. Художник обязан не просто изучать это, он должен знать это на генетическом уровне. Пока это не войдет в плоть и кровь мастера, картины его не могут выглядеть правдоподобно и жизненно. И я попробую вам дать нужные рецепты, а по возможности и секреты, чтобы вы с легкостью работали и решали эти задачи. Каждую из этих работ давайте не будем называть картиной. Это тот легкий этюд, который делается пастелью в течение короткого времени. Это зарисовка. Это та тайна цвета и света, ради которой художник идет на пленэр. Я желаю вам удачных просмотров, получения нужного опыта и после этого удачных находок и великих свершений в искусстве. Ваш Андрей Кулагин. Необозрим, как моя, ты несравненна и прекрасна. Сравненно и прекрасно.